Здравствуйте, дорогие друзья! Вы у меня в гостях. Я хозяйка канала Мария Великотная. И сегодня мы будем украшать наш праздничный новогодний стол. Посмотрите, что для этого я приготовила. Посмотрите, какая красивая свечка с гномиками веселыми и с веселыми елками. Мы будем создавать вот такую подобную свечку. Для того, чтобы делать эту свечку, нам нужна свеча. Вот я купила вот такие салфетки в Билли. Нам нужны будут ножницы. Вот мы их порезали на такие вот фрагментики. Но когда мы вырезаем, то салфетка вообще состоит из трех слоев. Поэтому нам нужно отделить первый верхний слой с картинками, а два остальных слоя, они нам не нужны, мы их можем выбросить. И вот мы будем вживлять именно этот тонкий слой. Вот как мы сделали эту свечку, накладывали и вживляли. Большую свечу мы уже сделали, сейчас будем делать вторую свечку, которую уже поменьше. Вот у нас будет вот такая свечка. Значит, лучше выбирать, когда делаешь с рисунком, чтобы было больше белого цвета. И видите, я уже вот так вот прислонила бумажку. И вот эту бумажку мы обрезаем так, чтобы она вот была до конца. Если будет лишнее, мы ее еще обрежем. Во-первых, нам нужна будет свечка. Вот. Во-вторых, нам нужна какая-то палочка. Ну, деревянная или пластмассовая. Я вот кисточку взяла. Для того, чтобы сначала должна быть бумага разглажена. Здесь не должно быть никаких складочек. Аккуратненько приглаживаем бумагу, чтобы у нас не осталось никаких пузырьков, складочек, для того, чтобы все это было ровненько и ровненько вживлялось. Ну вот мы почти подошли, поэтому нам нужно будет ее обрезать. Ну вот вы видите, что мы уже сделали свечку. Теперь мы держим на огне нашу ложку и начинаем все разглаживать для того, чтобы вживить. И вот вы видите, уже стала темнеть вот свечка, потому что уже сверху пошел воск. Но хочу предупредить, что некоторые свечки коптят, поэтому лучше даже ложку иногда держать над газом. Ну, или проверить. Вот. Я вот держала и так, и так. Ну, вот смотрите, мы уже сделали до конца, вживили. Если вы видите, уже вживлено все, сверху воск, рисунок вживился. И вот у нас получилась свечка, которую мы хотели сделать. Итак, мы берем вот такую рюмочку, перевертываем ее, ставим туда, мы купили вот такие свечки, которые загораются вот разным цветом. Вот у нас еще одна такая же свечка. И вот под этот большой бокал мы вот такую красивую девочку на саночках, потому что сейчас очень модно украшать игрушками. Вот у нас девочка будет, елочки, девочка.
Так, а сверху мы будем ставить. Вот такую большую свечку, которую мы сделали. Маленькую свечку. И вот красненькую свечку. Здесь у нас будут колокольчики, украшать яблочки. И будем украшать тарелочки. Тарелочки мы, наши салфетки, сложили пополам. Положили. А сверху мы положили в такой же материал, как и юбочка, обернули наш ножик. И вот здесь очень легко мы этот бантик одели. В принципе, не обязательно, вот видите. И вот вторая тарелочка мы точно так же сделаем. Вот. Ну, нам не хватает бокалов для того, чтобы пить шампанское. Мы его тоже одели вот в такой наряд. Наступает Новый год, огненного петуха. Надо его встречать очень радостно, очень красиво, чтобы как можно больше было там красного цвета. У нас и елочка такая. Ну, а если приглядеться, у елочки еще и петух. Она украшена. Вот петушком. Ну, сейчас поставим бокалы. Я вам забыла показать, под елочкой у нас гномики. Тоже решенный в такой же цветовой гамме. Куплено очень дешево в Ашане. Она стоит около 100 рублей. И все остальное тоже достаточно дешевое. Елочки там по 100 рублей. И все. В принципе, вот как можно все это сделать. Да, около 100 рублей стоит наряд на шампанском у нас. Ну, то есть, немножечко проявить своего желания. И дешево можно сделать очень праздничный нарядный стол. Попозже и будем украшать уже стол в другой цветовой гамме. Тоже очень просто, чтобы это было, но очень красиво. Всего хорошего, дорогие друзья! С наступающим Новым годом! Посмотрите, какую интересную мы свечку сделали. Эта свечка еще меняет цвет свой, когда горит.